2017 году для нас важным событием стал запуск проекта формирования комфортной городской среды на территории Ульяновской области. Сейчас мы можем сказать, что успешно его реализовали. И мы все видим результаты работы этого проекта. Благоустроено 156 дворовых территорий и 19 общественных пространств. Это скверы, парки, улицы, аллеи. Проект реализовывался в 7 муниципальных образованиях: в Ульяновске, Димитровграде, Сенгилее, Барыше, городе Новоульяновске, Вынзе и поселке Силикатном. Сегодня данный проект является одним из самых востребованных и поддерживаемых граждан. Поэтому наша цель – повысить качество и комфорт городской среды на территории всей Ульяновской области и реализовать те стандарты качественной жизни на наших территориях. Проект будет продолжаться в течение 5 лет, до 2022 года. Более того, проект будет расширен за счет региональной составляющей и за счет средств областного бюджета. Губернатором Ульяновской области, правительством Ульяновской области было принято решение об удвоении финансирования на данные мероприятия в рамках программы. Самым важным является то, что проект начнет работать в муниципальных образованиях во всех остальных. То есть все районные центры получат финансирование, а также поддержку на благоустройство своих территорий будет увеличена и впервые запустится программа для ТОСов. Впервые в России реализуется такой масштабный проект, где жители сами принимают решение, каким будет их двор, каким будет то общественное пространство, те территории, в которые прилегающие или центровые в городах. Поэтому я надеюсь на тесное и плодотворное сотрудничество со всеми жителями Ульяновской области. Приходите обязательно на обсуждение, принимайте решения на своих территориях, в своих муниципальных образованиях. Обязательно мы ждем от вас предложений, пожеланий. Как вы видите эти территории, что бы вы хотели, как бы они развивались, как они преобразовывались. И вы обязательно будете услышаны. Поздравляю всех с наступающим Новым годом. Желаю много тепла, здоровья, радости, счастья и процветания вам и вашим семьям.